разродился. Снова? Да, я где-то потеряла же ребенка. Такая ехала окакулина какая-то. Это примерно так и было. А где он теперь? И чё? И где? Может, он не получился? Так его вообще нигде нет. Ну вот здесь я стояла, конь еще пузатый был. Вон он ходит. Где? Ща. А, вон вижу. Увидела, да? Да. Внизу. Ага. Ну-ка, блядь, за мной, тварь. Надо его кормить там. Помрет, что ли. Где он? А, вот он. Не замерзаешь еще? Нет. Скажи, замерзаю, но хп дофига. Что-то какой-то он не очень. Какие-то они все не очень получаются. На шерсть его. Да пусть вырастет. Пё, что-то тоже вылазит в ноги. Напомни, для чего нам нужен обсидиан? Не помню, но очень был нужен. Это нормально. Вот дерево. Дерево тоже все равно нужно. Думаешь, что себя качнуть? Угу. Чего? Да я смотрю. Я не знаю, что меня качать. Ну я сейчас в вес иду. У меня, сейчас скажу, у меня... Мне нельзя много веса иметь, потому что я катаюсь на легких животных, и смысл у меня будет 300 веса, а у волка 100. Я как бы карманы напихаю говном, и волк не сдвинется с места. Не, ну 200 веса как минимум все равно, я думаю, стоит иметь. Я просто не знаю, какой минимальный вес у животных. У меня просто с меньшим... Ну, ты-то даже строить не... тяжести носишь, и у тебя животные, которые, ну, тяжело лозят. У меня-то всякие бомжи.
Я что-то в темноте опять не могу найти оазис. Опять оазис найти не можешь? Угу. Да я просто в темноте, блядь, опять не туда пошла. Офигеть, ночью уже не замерзаю. Четырех. Ну, я еще пока замерзала немножко. Там пару часов было. Ну, ты, скажи, просто долбишь камни, поэтому не замерзаешь. Надеюсь, это влияет? Да. Не обращал внимания. Конек вырос. Теперь на нем можно ездить? Да. Эй, я ж тебя отключила в блуждание. Че, опять наблудили? Блин, что-то бегу такое, вообще на ешку соберу, все. Ага, блин, с коня спрыгнул. Это гром, что ли? Да. Не помню, было такое раньше? Вот я тоже не помню что-то, чтобы так громыхало. Поэтому обратил внимание.
Птеродактиль просто с тобой летает? Угу. А седло же броню прибавляет, да? Да. Ты сейчас что делаешь? Я? Ну, у тебя какие? Коня отвела маленького. В оазис пусть там стоит, растет. Сейчас еду растариться и еще наркобери пособирать. Так почему у них скорость не прибавляется? У кого? У коней при выведении. Оно у них базовое, да, остается? Угу. Типа им качать скорость не имеет смысла в... Да, для разведения почему-то. Блин, удобно, конечно, с седлом делать эти наркотики. Потому что, ну, собираешь сразу, ставишь на делание. Не надо ничего перекидывать, перебрасывать. Соглашусь. А у этого Аргентависа седло, по-моему, тоже какое-то такое особенное? У Аргентависа нет. Обычное седло. Ладно, могу ошибаться. Так, как мне эту парашу посадить? Стой, стой. Так, поведение. Пассивная. Это балде прокачаем. Поведение. Пассивное. Поведение. Пассивное. Все. А, дистанцию еще надо, блин. Срань. Поведение. Радиус реагирования высокий. Дистанция следования пусть будет высокий или нет. А то потом не появится. Средний. Блин, как-то была кнопка типа припарковаться, ну, сесть. Не помню. Свист. Во, приземлиться нашла. Во, все, приземлился, идиот. Наконец-то. Так, теперь его надо приземлить на... Может, ему на плоту жердочку поставить? Петух 11 уровня. Так, я еще не все ресурсы собрал. А, блин. Починить забыл. Есть. Ты бы пусть он там будет, этот птеродактиль в оазисе. Да? Ну, пока все равно он пока мешать будет. На плоту.
пока я его не доделал. Сейчас я натаскаю ресурсов и... Ладно, хорошо, да. То на плату мешает. Блин, мы с тобой как эти, как монголы. Табунами. Да, в принципе, здесь я его припаркую. Сейчас, где он тут припаркуется? Все, сел, руку сидит. Куда можно растаривать? Да, в этот. Плату есть место. В верстак, да. Там еще много чего. Пока в верстак все скидывай. Блять. Очень, конечно, неудобная эта штука. Связал с коня и падаю в море. Узкая, согласен. Хочешь, могу подогнать? Нет, не портить. Чего портить? Ну, не надо ничего подгонять. К берегу. Не надо. Металл в печку, да, так полагаю, сразу? Да. Нифига ты металла надолбил. Ну так, это же я. Блин, у тебя игра состоит из долбежки ресурсов. Тебе как, норм? У меня игра состоит не из долбежки ресурсов. Надо холодос поставить, чтобы мясо не стухло, все. Можно я поставлю холодос? Ладно, я поняла, потом. Да, чуть попозже, сейчас. Хорошо. У нас кожи немного, пойду тогда за кожей, может. Да, давай, пока кожу, тогда добывай.
Я забыла. Кожа топором, да? Да. Я за големим, я не бегу. Не, ладно. Не угонишься. Зато трицератопса. Изи трицератопс. Ты Каню что-нибудь боевое прокачивала? А? Нет. Он его просто усыпляет и все. Я хочу себе кучу волков. Все, животные закончились, а вон какая-то фигня ползет. Пойду за деревом. Там, когда перерыв-то сделать можно? А, перерыв через полчаса. Хорошо. Может, гачу побить? Падла. Семена лимона. Ну и ладно. Ну и как бы... Чё случилось? Он прямо с коня украл. Да этот пидор украл. Mm-hmm. Ну ладно. Как бы... Не ругайся. Не страшно, мне эти семена не нужны. Так. Чё, три цератопсы 5 уровня все. А это еще те, которые заспавнились, наверное. Ты их убиваешь, появляются новые. Не знаю, сколько мы здесь надолбили трицератопса. Ничего нового не появилось. А ты как, спиной становишься к этим и бьешь? Ага. Гача, какого, интересно, гача уровня? Ну, давай не будем трогать гачу, он, ну, зимний. О, там Бронта, пойдем запинаем Бронта. Ща, подожди. То есть, по-моему, это не Бронта, это какой-то там маленький Бронта, как его там называют. Это Бронт. А, да, я понял. А вон рядом Бронт, а ниже маленький, он такой агрессивный, то есть он... У тебя стрелы-то есть? Стрелы? А ты стрелами хочешь запинать? А ты хочешь конями? Ну, ладно. Не-не-не, давай тогда не будем конями рисковать. О, смотри, какая здесь, блин, залипуха ходит. Угу. Конь. Он 5 уровня, по-моему. О, там черный красивый, какого он уровня? Красавчик. Ну-ка.
Тоже конем бьешь. Да. Пришли тут. Че ты меня это не собираешь шкуру? А, я думаю, ты соберешь. Нет, зачем? В смысле? Ты же, ну, там рядом был, вот собирай. Ничего, нам до первого аргентависа бы. До первых аргентависов. Ты опять хочешь на имбе кататься? Я хочу себе грифона и эту фигню, которая нас убила за один раз как-то. А, виверну? Да, и виверну хочу себе. Нам нужен кто-то, кто очень быстро от них может улететь. Аргентавис медленно летает. Это, конечно, птеранодон, он своей бочкой быстро летит, но... Стамина быстро закончится. Да, но нам нужен очень высокоуровневый птеранодон. Ай, смотри, а ладно, все, не успел. Ну, я чуть-чуть увидел краешек. Там просто этот... Расколбас был? Куб уродский, да, был такой, знаешь, там пещера, да? А там плохая пещера, ну, то есть там она пустая, я уже была там? Да. Там этот, металла куча, можешь туда сходить за металлом. Угу. Пойдем на выжженную землю сейчас? Прям, вот прям сейчас. Ну, я не знаю, да, когда ты плод доделаешь, пойдем на выжженную землю. Только здесь, наверное, всех коней оставим. Ну, только, не так, всех лишних. Вот. Чтобы они... Просто там очень злобно. Я боюсь, что мы там сдохнем. Еще кровать, самое главное, поставь. Угу. Пещера, пещера. Хорошая пещера здесь. Базу. Строить. Базу, да, для обороны. Пипец, кони, блин, даже под воду, прям именно под воду прям лезут. Ну да, они довольно-таки быстро плавают. И в этой пещере сразу эффект дома. Ну, у меня нету. Вот это под водой у тебя эффект дома. У меня нет эффекта дома. Я бы не сказал, что у меня под рядом с водой эффект дома, походу. Mm-hmm. Да, вот здесь стою и эффект дома. Да, здесь прям вообще отлично в этой пещерке базу делать.
Если бы мы играли на паблик серверах. Я не хочу на паблик серверах. С всякими даунами. Я хочу одна сидеть здесь. Но мы теперь можем делать и наш сервак публичным, если захотим. А, ну это да, можно. В принципе. Как бы здесь я не против. Только ПВЕ, хорошо? Ну, никаких ПВП-серваков. Я слишком пугливый человек. Блин, гача! Отойди, пожалуйста. Иначе получишь по лапе. Короче, проще, наверное, пикой ее заколоть. Ну, не проще. В голову просто надо. Да я в голову и била. То есть ты готова пускать чужаков на сервак, но сама на чужой не хочешь, да? Ты и так имеешь в виду? Да, потому что мой сервак, мои правила будут. А если я кому-то припрусь, что-нибудь сделаю не так, начнется. Это не то, это не так. А здесь как бы мой сервак, хочу и кикну. Понимаешь, в чем прикол? Понимаю. Короче, шкуры набрала. Яичко. Карбонемиса. Черепахи. Ты что, охренела? А, это я яйцо забрала, она начала меня бить. Еще один. Еще дуда получил. По щам. Сейчас на своих тормозах. А тут без разницы, короче, чем ты бьешь. Оно одинаково уменьшается. Ну, то есть, куда ты бьешь? В бошку или... Может, тебе меч сделать? Не, мне не надо. Я скоро приручу себе всяких тирексов, они сами будут справляться. Это так. Бля, он 37 уровня был, поэтому... Мне просто надо от своих пик избавиться всех. А сколько у тебя их? Было 9. Или там 10. Mm-hmm. Или что-то сколько-то там. Ну ты их конями усыпляешь и... Да. Удобно. У него в инвентаре показывается что-то есть. Приручить можно. Вес 45, смотри. И что у него 45 вес, чего? У него пусто в инвентаре. А зачем тебе черепаха, что ли, нужна? Мне нет, я говорю, приручить его можно. Ну, можно, да, только зачем? Мусор. Мусор. Хотя черепаха тогда раптора убила. Это была особенная черепаха.
Ты уж какого уровня? Опять не качаешься. 32 плюс 9. А что не качаешься? Да я не знаю, что мне качать. Честно. Хотя, может быть, этот дыхание качнуть. У меня кислород. У меня дыхание качнуто. Сколько, 200? Пока 140. Но я, в общем, все статы. Здоровье, выносливость, кислород и вес до 200. И передвижение 120 стал. Вот. А там дальше выше буду смотреть. По обстоятельствам. Так что... Ну, я тоже, у меня ХП 200. Я сейчас хочу себе кислород еще на 200 сделать. И сейчас у меня еще один качается. У нас просто так, как X3, поэтому особо можно не думать. Угу. Да, еще этот, амнезия есть. Так что можно спокойно выпить. Она там, ну, несложно готовиться. Выпить и быть счастливым. А где, блин, здесь этот должен быть, как его? Как он там Кто? Называется? Единорог. Ничего-то нету. Я хочу единорога себе. Ой, провалилась текстура. В общем, короче, шкуры набрано 1 000 000. Я что, все повыкидывала? Интересно, с бронто справлюсь? А, там второй. Не буду. Ну, конем вряд ли справишься. Поэтому коня где-нибудь далеко и бегай вокруг, из лука стреляй. У меня нет ни лука, ни стрел, так что... Это что, Т-рекс? Где? Да, это Т-рекс ходит возле руин. Не, мне тут Т-рекс не нужен. Подожди, это Т-рекс или это этот гигантозавр, помнишь, который ты здоровый, дебильный был? Это, по-моему... У тебя пассивка или нейтральная? У меня пассивная, да, это, по-моему, гигант... Как-то странно, у него анимация. Ну, он что-то, да. Это, по-моему, гигантозавр, это не Т-рекс, да. Потому что, ну, хотя что-то маленький для гигантозавра. Или как там его, не гигантозавр, а это-то? Да, слушай, то. Блин, мне бы трубу посмотреть, что он маленький какой-то. Помнишь, тогда был такой здоровый вообще чувак? Это какой-то... Он на меня согрелся. Пойду отведу его подальше. Блядь! Догоняет. Попадай и... Все, конь сейчас подохнет. Только не сильно не упади. Падай и поднимайся. Он что, за мной бежит? Чтобы он упал, а потом ты поднялась. Да, он за мной бежит, блядь. Пусть он упадет, а ты в этот... На гору поднимись, подожди. Вот здесь поднимайся. Налево. Бля, я слышу. Поднимайся в гору. Он же не залезет. Залезет еще как. Но все равно ты обернуться сможешь или там хильнуться. Догнал. Это гигантозавр. Что-то какой-то маленький. Какой-то. Он 7 уровня. Блин, так-то мы его забивать изи можем. Ну, не сейчас, естественно. Бля. Фига себе, тот так. Сейчас я сделаю. Блядь, мой лучший конь сдох. Бля, он всегда здесь спавнится. На этой опушке. Так, сейчас подожди. Блин, я надеюсь, он... Так, я пока на тебя смотрел, я потерялся.
Мимо пробежал, да, походу? А, вот все. Ща. Еще надо шмотки все забрать. Он там на берегу, если что. Поэтому, может быть, мы отъедем? Не знаю, куда-нибудь. Но он здесь далеко ему все равно. Ну ладно, что если припрется. Тогда ну, да, давай кровать пока здесь поставлю, вот прям на берегу. Потому что плот пока еще не достроен. Хорошо. Пустая кровать, где она? Ты видишь ее? Вот. Тебе не хватает ресурсов на нее. А, вот я просто не вижу, что. Все. А, ее, блин, на фундаменте надо. Блин, всего лишь 7 уровня. Может его приручить как-нибудь? Только я не знаю, сколько там миллионов стрел в него понадобится. Но это нужно, чтобы кто-то стрелял, а кто-то летал. Вот, только хорошими этими транквилизаторами. Сильными. Как в прошлый раз, помнишь, мы пытались, но... Что-то не получалось. Сейчас поставлю 3 штуки здесь еще. 3 зачем? Ну, кровать разместить. Зачем 3 штуки? А, ты про эти? Да. Я думала, ты хочешь 3 кровати поставить. Кровать. Размещать это все. Все. Угу. Ну-ка, время. 18. Я, наверное, не успею добежать, чтобы забрать свои шмотки. Вот, замерзну. Возьми коня. А, ну, либо долети. Долети, у меня нет седла. А, блин, точно. Блин, я, наверное... Я не успею, говорю, на коня. Давай я вместе с тобой тогда. Зачем? Чтобы еще второго потерять коня, третьего? Да не надо, я сейчас сама. Я ж, по-моему, он меня на пляжу убил. Хотя можно, конечно, сделать быстренько этот. Чего? Седло для псера. Я не помню, где я. Господи, какие уродливые. Смотри, какие уродливые. Их, короче, местами поменяли ноги и... Блин, ну, сраные раскраски. Ну вот, это официальные. И обидно. И я теперь не могу найти, где я подохла. По-моему, дальше там... Да, вон там ходит гигантозавр. О, конь 42 уровня. Так, вон мои шмотки. Вы замерзаете. Так, гигантозавр там пока занимается. Стой тут, коня. Да, я успею. Блин. Чего?
Ща, да там просто... А, тебя размотало ведь? Не размотало, а это... Шмотки. Так, еще ходит там. Шмотки-то, ну, в коне были. И я не смогу перекинуть. Потому что я не унесу все. Еще попробую на коне. Так, он, блин, он поворачивает назад. Он же меня не чекнул. Он на берегу тут, если что. Блин, бесячий. Нет, вроде бы не заметил. Не знаю, не могу понять пока. Можно, конечно, его размотать. Да не размотай. Блять, он меня заметил. А нет, не заметил. Просто ходит. Все, забрала все шмотки. Даже те, которые в коне были. Блин, лучше конь подох. Таков путь. Таков путь. Тут где-то 42-го ходил. Мне тогда его надо приручить. Так, что нам нужно вот для этого? Соломы, значит, много надо. Хорошо. Соломы. Мне дерево. Нужна труба подзорная. Подзорная. Из чего она делается? А, там кристалл. Из кристалла нужен. Да, два кристалла. Два кристалла. Кристаллы где-то далеко. Так, и какого уровня этот бомж? 38. О, кристалл зеленый возле прям. Да? Еще, ну-ка посмотрим. А, седло для раптора. Чертеж. Давай, седло для раптора. А, чертеж седло для раптора? Да, по-моему, простой. И смысл, блин. Тогда выбрасывай. Не нужно. Ну, не, хотя не оставь, потому что если вдруг... Хотя не выбрасывай. Какая курица разница, блин. Петух такой. А чё? Он простой, он нафиг не нужен. Ну, я и говорю, да, выбрасывай. Смысла от него нет. По-моему, я уже и так могу сделать чертеж. Тем более. Блин, здесь где-то Эквус хоть... А, вон он. 42-го уровня Эквус. Так... Ну-ка, стоять. Стоямба. Да, на 18 уровне седло для раптора. Блин, броня 25, а у этого... А, нет, оно получше. У него броня 36. Да? Чертеж получше, да. Тогда оставь. Угу. Шкаф для чертежей сделаем. Да, потом. Сундук, то есть. Блин. 48, 38. Плохие эквусы. Где-то были лучше ведь. Так, мне нужно дерево, я за деревом снова поехал. Так, починить забыл молоточки. Красиво, так всю идиллию нарушает только этот сраный гигантозавр. Где он, кстати, там интересно? Как у него дела? А, он все ходит на берегу, дебич. Его можно вокруг него построить забор. Он будет в заборе сидеть.
Громадный-громадный забор, ты имеешь в виду? Типа того, да. И оттуда его приручать. Но это тяжело будет сделать, то что у него агро, блин, с миллионного расстояния. И он почему-то агрится, именно вот он у тебя сагрился и бежит за тобой. То есть другие там по типу рексов и этих рапторов, они, если на пути кто-нибудь другой встречается, они, ну, им занимаются. Ну, садись. Блин, хорошо, вот я сейчас рядом с тобой сижу, я вижу там, что у тебя происходит. Вот, и... Вот мы сейчас с тобой как бы не очень рядом бегаем, потому что... О, блин, Ксюша поехала за своими шмотками. Понапривозила коней. Да я думала, это, там какой-то ходил классный эквус 48 уровня, и я бы его приручила, у него был бы там 60+. А это какие-то бичи. А того эквуса я не знаю, где он потерялся. Вот, такие дела. Поэтому этих я, ну, отведу. Ну, так, знаешь, типа, если были кони про запас. Так, это наш Оазис. Оазис, вот, мы с этой стороны зашли. Там же конь вырос, по-моему. 44 уровень. Ну-ка. Что тут у нас? Почему же у них не растет скорость передвижения? Или она не будет вообще расти никак? Даже у выведенных. Такое себе. А, все, блин, башня. Так, я, блин, я что-то потерялся немножко. Но почему башня слева, а не справа? Все, мы же перешли этот полуостров на другую сторону. Тоже немножко дезориентировался. Темная мышка щелканье не мешает? Мне нет. Капец громкая. Я теперь поняла, что значит, ну, у тебя тихая мышка. Было тихие щелчки. Потому что, ну, мне кажется, моя мышка эхом. В записи, может быть, ее слышно. Ну, что-то очень громко. Я сейчас сама замечаю, что она долго. Знаешь, самое обидное, когда ты сидишь там, допустим, часами играешь, как бы не слышишь, но один раз... Да, прочитал где-то. Или обратил внимание просто, что-то, и все. Так и будешь теперь сидеть и думать, блин, какая она громкая. И слышать ее самое главное. Да просто как бы так-то я всегда играю, ну... В наушниках. С наушниками, да, и там в наушниках-то я не слышно, а теперь... Кони напугали.
Надо им кормушку здесь поставить, чтобы, по-моему, в кормушке эти ягоды гниют дольше, вроде как. Сейчас попробую поставить. Да? А, я просто не помню. Да мне кажется, и то, что они в них хранятся нормально. Так, посмотрим. В кане ягода через 20 минут испортится, у меня через, ну, в этом, в кармане через 5 минут испортится. Ну, у челиков в кармане вообще все портится быстрее. А в кормушке... Ну-ка, сейчас загуглю. Умножается время порчи на 4. Ну, понятно. Короче, что кормушка, что конь одинаково. А мясо интересно. Так, я вижу там одно пятнышко, оно меня... Нафига здесь под колодцы, интересно? Прям на не очень таком месте хорошем. Не знаю. Ну, как не очень хорошем, но это... Я не знаю, почему. Может, и спускаться тебе лень. Да здесь на него подняться, чтобы подняться, только воды набрать, это нужно... Может, это для полива. Плохо здесь деревья сажать нельзя. Почему? Типа что, для красоты? И для красоты, и, допустим, для маскировки. Да, кстати. Так, чтобы со стороны не видно было особо сильно. А то, так как запрет спавна, вот, рядом вырубишь по незнанию. А место будет удобно. И такой летишь, например, видишь, а ни хрена не растет. Ага, наверное, кто-то здесь есть. Что там делаешь? А, ты скачешь постоянно? Да. А мне на шифте нормально. И стамину медленнее тратить, то есть дольше можешь бежать. Так-то да. Кислород 280. Ну-ка. А было. А чё у меня 280 кислород? Может, ты промахнулась? Наверное. Натыкала вместо выносливости. Скорее всего. Вот я лох. Да ничего, бывает. Ничего, Тоник амнезия. Наконец-то ящики не открывала полгода. Ну и говно. Что это такое? Деревянный билборд. Заберу, поставлю. Все остальное, наверное, повыкидываю. Да ее можно поломать. Поломать? На эти? На бревна? Угу. Поставить и поломать. Так, ты ж поломаешь то, что я поставлю? Ну, я имею в виду, ты же можешь ломать, да? То, что поставил другой челик. Наверное. Ой, 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 куча аллозавров. Там стадо аллозавров ходит. Поставь, проверим. Приручить бы их. Почему на третий вид ты переключился? Я не понимаю, почему иногда переключается на третий вид. Ни мышка, ни... У меня тогда там в других играх, например, было бы эти, там, оружие, например, пролистывалось бы, но я такого не помню, что просто так. Да, я поняла. Но... У тебя такого нет, да? Нет, нет, такого нет.
На стройках ничего не ставил. Так, это ты там, да? На, я тебя сейчас поставлю. Ты с двумя конями бегаешь? Сидишь? Нет, с одним пока. Я двинуться не могу. Сейчас. Вот тут шмотки. Вот эти все. Или ты, наверное, не сможешь. Ну ты их выкинь. Поломать. Мне, наверное, придется. Ладно, сейчас. Разрушить. Подождешь меня, я тебе ресурсы отдам. А это что поставила? Это пяти. Основание под забор. Попробуй, сможешь разломать то, что я ставлю? Да. Отлично, ломай тогда. Блин. Че? Перекрытие не не поставить. Рампу, то есть. Ну ладно, я ее к этому присоединю. Так, кони. За мной, там я тоже еще металл видел. Как хорошо это, не зависеть от хоста. А с ориентацией ты привыкнешь просто и все? Ну, я уже начинаю привыкать, в принципе. Просто место не запоминаешь и... Вот, и места обозначать. Там оазис, там замок, все такое. Чтоб было понятно. Изи. А так. И кстати, из-за того, что я рядом сижу и вижу, где ты там бегаешь, я не чувствую того, что мы как бы не вместе играем там. А то ты все переживал. О! А у тебя есть такое ощущение? Типа сам по себе там? Да. Наверное. Что, есть? Ну, я не знаю. Вообще нет, наверное. Так, что-то я перегрузил, наверное, ребят. Хочешь, возьми еще одного коня? Там еще куча коней стоит. А ты можешь меня привезти? Да, могу. Если ты подождешь минут 10, я тебя привезу. Ладно, если 5 минут подождешь. Да здесь у меня один такой большой прям кусок золота, металла. А у меня кони уже... Сейчас разделить половину сюда. Но я уже в любом случае иду пешком обратно медленно. Хотя, наверное, я дойду. Как раз сейчас вот это добью, вернусь и сделаем паузу. А здесь, блин, еще один. И, наверное, будет еще один. Ну, как вы ходите? Еще более-менее быстро. Что ты делаешь? Что ты сделала? Ой. Коня привезти, говоришь? Да, если можно. Да, везу. Я-то все там же. Слово все там же особо мне ни о чем не говорит, потому что я забыла, где это.
Вот я в твою сторону смотрю. Если что, по карте я вот прям на пересечении. Я вот. Не вижу отсюда. Я не вижу. Открой карту. Может, даже сразу двух. Да, еще правей. Вот на этом пересечении, вот где вот стрелочка, видишь, показывает на пересечении координат. Вот там где. Двух? Да, давай двух. Я сейчас даже прыгнуть не могу. Пока додолблю. Не везу. Полюбуюсь рассветом, отражением света в кирке. В кирке? В кирке. В кирке. За вот этим холмом? Ну да, вот сюда, в эту долину въезжай. Не, левее возьми. Ну ладно. Просто чтобы не скакать. Вот, да, вижу. Там кусок золота. Ща, просто я-то приеду, а вот дебилы не приедут. Один уже, блядь, где-то похерился. Ну вот я поэтому тебе говорил, ты особо не лазай. Вон еще один. Да, блядь. Я ж просто, мне надо было увидеть, где ты. Угу. Где второй-то? Он, наверное, там упал. А нет. Красивый такой получился. Симпатичный, серенький. Очень красивый. Не просри вот этого красивого, ладно? Угу. Да мне прям буквально. Ну я имею в виду, что других там не жалко. Они... А где второй-то опять? Бля. Ой. Ну, я имею в виду, других не жалко, а вот этот просто, ну, сам по себе красивенький. Он как издалека, как будто этот скелет. На сереньком. Давай, уже почти. Прям ко мне его. О, все, спасибо. А, блин, сейчас надо его отцепить от меня. Вот так? Ага, да, все, спасибо. Я сейчас растарюсь сразу в него. О. Ой. Чего? Блин, Сириус ли? Кто за тобой поехал? Ну, эти два идиота. Я же их отвязала. Ща. Да сейчас давай к себе их привяжу. Ща, отвязала. Где мой еще один конь? Так, конёнок. А где мой оседлый? Он, вот он. А, вижу. Пытается развернуться, видимо, не может. Все, они все. Блин, я сел на коня, думаю, что он не едет. Ну, конечно, он не поедет, потому что не может. Пойду еще коней погляжу, каких-нибудь хороших.
А, ну да, хорош. Мне нужна морковка. What the fuck? Пауки и богомолы. Ну, это же этот, А, огненное, видишь? да, Биом. точно. Ну, такое. Блин, павук. Павук такое себе, он, по-моему, там... Богомол бежит. Ой. А, мне нужна твоя помощь. Конь упал. Сейчас, подожди, попробую добежать. А, вставай, тупая конина. Конь упал. Они убежали почему-то. Все, не надо. Они убежали почему-то. Как коня поднять? Без сознания. По-моему, эти серые ягоды. Да, жри серые ягоды. Или нет? Или нет? Я не помню. Но оглушение, оно само уходит, подожди. Я не знаю, не могу понять, она сама уходит или от серых ягод. Ой, я ему мясо скормила. А, они там сражаться с Там трицератопсом пошли. осторожно, сзади паук. Ага. Они с трицератопсом пошли сражаться, так что сейчас мой конь встанет. О, отведи их всех обратно. Во. Эй, нет, мой... А, это не мой конь. Все, уходи. Ладно. О, они забили этого. Пойду выпотрошу. А, сейчас они отойдут. Они забили эту штуковину. Паук сюда ползет. Он, Органический походу, конь, согрелся. 30 хитина. Сагрился? Да, сагрился на моего коня. Все. Падла. Спасибо. О, от него что-то осталось. От него остался топор. Какой, металлический? Нет, деревянный. А. Фу, спасибо большое. Ты меня Все, спас. поехали отсюда. Да, поехали. Что-то такое. Сюда только с хищниками надо приходить. О, смотри, серп. Из богомола остался серп. Круто. Сейчас привезу. Тебе нужен серп? Ну или давай я это Ну, пособираю волокно тогда. пока туда. Бля, можно оглушение никак коню не прокачать? Так, конь, ты занят. Сюда можно еще немножко спихнуть. Все. Поехали домой и сделаем паузу. Блин, тут так круто. Мне тут нравится. Хоть тут и хищники, но эти хищники хитин дают. Ой. Поехали домой. Еще металл вижу, но мне уже не влезет. Ладно, поехали. Да мы еще вернемся. У Ну, меня почему-то конь до сих пор отравлен. оглушение растет, у меня вода. Ягод сожри. Конем ягод набери и сожри их. Сейчас дам. Я так и делаю. Я водой не пользуюсь уже почти. Только надо тебе побольше ягод впихнуть в себя. Ладно, поехали. О, дождик. Можно было и не есть ягоды. Блин. Это, короче, знаешь, помоешь машину и Да. дождик.
Что такая трава красивая у меня, блин, лысина. Но, блин, я вынуждена была лысину поставить, потому что вот эти мелкие всякие тараканы, угу. Ну, оно, блин, его не видно так, поэтому, конечно, с травой очень красиво, но тараканов тоже хочется видеть. О, маленький диплодок. Где? А, ой, он очень злобный. Ты, если к нему подойдешь близко, он тебя побьет. Мне с травой нравится. Да я тоже, наверное, сейчас поставлю себе, потому что красиво с травой. Хотя я не знаю. Ну, зато у тебя 60 FPS, а у меня 46-50. Ну, при 50 тоже, как бы, можно, в принципе, играть. Конечно, тяжеловато, но... Ну, кстати, здесь лог почему-то на 60 FPS. Полимер. А где ты говорил в этой, как ее, как она называется, в холодосе полимер тоже, да, он, ну, не увеличивает время. Ну, что это за крикозяблики? А почему они такие? Я не знаю, я пыталась что-нибудь написать, а они такие получились. Наверное, он не умеет в русский. В русский, наверное, да. Поэтому... Попробуй по инглишу. Так, ну в принципе, все.